Прометей Бахтакор 4-0, второй тайм. Вы играть будете, где мой приз? Отбивай, я вообще своим. Зенит проиграл. Девчонки, алле, алле. Заходите сюда. Так, накрашено, туда пошло. У меня же коленки там. Да помогите ему вот здесь, вы чё? Пиздец! Дим, чё ты сидишь-то, иди играй. Да мне заебало, блядь. Долбоёбы, сука. Даже в пас, сука, нормально сыграть. Он не кисой, потому что его успокоит. Улыбнулся и типа. Не, на пару заебись. Я бы говорил, я бы эту маску одолжил. Я пару. Я горишь, вы пойми, спишь ты, не спишь, не спишь. Какой есть? Давай, поедем. Я не понял, Зенит какой. Давай, блядь! Где мой приз? Чё ты матом орёшь, эй? Судья, желтую! Ой, извиняюсь. Это я покричал, это футболист. Желтая? Ты вообще играть не можешь, можно мат. Зачем тогда говорить об этих правилах, если они просто неощутимы? Козёк, блядь, а это ещё двое поставили. Парни, всё, поехали. Поддай нормально, поддай. Илю! Я тебе там не мешаю. Рома, беги за мячом до последнего второго. Рома, а как ты забил? Там же вот ты забил и матч закончился. Да, это после. Я же в подкате забил. Да, тогда Вадим, минуты еще. Сколько осталось? Три. Блин, зачем ты прыгал? Я такой старший. Парень! Бля, как его зовут? Как его зовут мелкого фиолетового? Фае, что-то там. Фейсбек, во. Фейсбек! Две минуты осталось.
Эй, не понял, Зинит козлы? Эй, двоечники. ЕГЭ сдали? Да. На что в армии? Еще год назад. А, вот. Ни хрена себе. Да, не сюда. О, я Ромы. 7 года назад, да. Иди, иди. Я еще лет назад иду. Минут с половиной осталось. 3 минуты с половиной? Минута с половиной. Бля, ну нахуй я Минуты стало. Все, время. Все. Все, скажи, Илья Игоревич. Илья Игоревич! Подожди.